Всем доброго времени суток, с вами Мистер Бро, и мы продолжаем играть в Доминикон. Давно мы уже не играли, да. Побежим по квесту, не знаю, что там впереди, но что-то интересное. Мы король бомжей, как вы помните. Я король бомжей теперь в этой игре. Ну, пойду, наверное, править своим царством, государством. Жалко, что он не прыгает все-таки. Да. Так, это сколько, да, два брони. Херня. Три брони. Нет, лучше еще туда что-то засуну. Так, куда бежать? Непонятно. А, все. Все теперь понятно. Вот сюда, да? А. Заходим. Задание завершено. Посещение некоторых торговцев стоит денег. Ну, как Диабло первую, помните, там платишь одному торговцу. О, могущая чародейка. А, это та! Имбецила седьмого убили. Кайрон could only find the answer in the mysterious preacher who had once led the sick and ailing from Warung and was said to reside in a village called Fernfield. A man named Gamma. Какого-то отшельника пойдем искать, он какие-то нам вопросы ответит. Новая локация. Ништячок. Ништяк! Ништячовый. Так. Сюда, да? Да. Походу сюда. Ух, не нравится, мне кажется, сейчас на нас нападут. Атмосфера к этому располагает. Так, что-то. Ну, он скелеты всякие. Меч в скелете. Вон, вот это будет нападение. Муравьев. А, помогите, спасите. Фига. Эй, бомж под моей защитой, вы чего? На. 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 Все забили. Не скажу, что они сложнее других. Но секли, мне надо на колоночки покупать. А то орёт пиздец. You sure say them? Thanks. Не люблю пауков. Логично. Я тоже, но ничего по рождению не ищу. Вон еще пауки. Честно, нет, я лишь притворялся еще один. Понятно, а кто такой Латика? Самая прекрасная женщина в мире! Она одна из избранных, понимаешь? В каком смысле избранных? И чем ты тут, кстати, занимался? Латина была избрана, чтобы войти в рай. И я последую за ней, вот почему я здесь. Дуешь пауков, делаем другу ценный. Откуда ты, кстати? Я Рео, я из Фернфилда, деревня.
I'm looking for two women who traveled. Двух женщин. In an elegant carriage. They were there. Они who left with no more? Guess I'll go see you. Думаю, мне нужно. You give me some spider webs. Take them. Увидимся позже. See you later. Мое задание. Так. C700. Силку качнем. Что там по магии у нас? По магии у нас все плохо. Надо 450. Так, посмотрим. Ну да, нам. Нам надо туда, но я хочу вот этих убить. Ну ладно, ящера убью. На! На! Грязный ящер. На! Ну, щупал. На! Ну, щупал. Ну и тебя получу, блин. Ну, как будто ядом травил. На. Силён. Нормально. Ладно, пойдем по Микси. Не будем отвлекаться. Нифига мне показался этот дух, а это какая-то паутина. Вот, это вот. Вот я пугливый какой, а? Поднимаемся наверх. Чем выше поднимешься, тем больнее падать. Падать он луна. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Пещеру походу идем. Пещеры будут враги. Типа пауки и всякие засранцы. Не знаю, что трупы там написано. Написано предупреждение по-любому. На. 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 На, на, на. Фига этих пауков. Ужас. На. Массово, массово. Во. На, на, на. На, 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 ублюдки, ублюдки. Ни хрена, сколько здесь, а? На. Все. О, ништячок. О, мертвый паук. Пучок тонкой паутины. Задание выполнено. Ну чё, этому дебилу пучок тонкой паутины принесем? Хрена он бы здесь никогда не выжил. Я вам отвечаю. И меня-то чуть не порвали на мелкие-мелкие паутинки. Ничего, ничего. Сейчас посмотрим, чё кого там. Бежим просто. Несемся. Так. Он. О.
Вон. Fantastic! You got the spider's webs. Soon I'll be together with my Latika. I really have to go. Like I said, I'm looking for something. No problem. When you get to Fernfield, just repeat the password. The test is ours. The grace is mine. Thanks, Rhea. When you get to Fernfield, talk to Ule, the village headman. I'm sure he'll help you. OP 95. See you later. Так, и что у нас там по заданиям? Легенду учим. Так. За. Давайте на 19-ку качнем. Больше силы! Больше! Чем больше силы, тем... Давайте завоюем второй город. Один город хорошо, а два города намного, намного лучше. Это вам скажет каждый правитель города. Ну и я. Ну и я, да. Нам кузнец нужен. 4-го левела. Да. Ни хрена себе. Сейчас умру. Если бутылек не сработает. Ой. Где он? Куда бутылек дел? А вон. Вот он. Использую. Че эта гадская херня не пропаю? Взяли. Угу. Опа, на нас тут нападает. О, паучки. На. Паучки хорошие, когда они мертвые. На. О, это вообще здорово. На. Ой. Ужас. Что-то меня вообще просекает. О! На! Говно! Фига, ну ядом! Ядом херачит! На! Нифига, чуть не убили вообще, только так, только в путь. Ага. Идем теперь сюда. Вам замка надо качнуть. А, опыта-то нету, нифига уже. Силу прокачал. Ну, силу качать тоже надо. Так, мы правильно идем? Нет. Тут. О, кто это? Девушка. На. Да ну нафиг! И как их убивать? А-а-а! Дошло! Дошло! Я и забыл про эту атаку. Надеюсь, я с них начну. Надежда умрет последней. Так. Да, сюда вроде. Вот сюда вроде. Не
Нифига, взрывающие тёлки зомби. Вы где-то видели? Наверное, видели, но я-то нет. Готово. Ой. Убили. Все просто кинул и убил. Бежим отсюда нафиг. Нафиг. Ну хоть новые враги пошли, то радует. Но пауки это было банальщина. Банальщина тупая. Так. Тот тип. Ладно, пойдем в город. На, так, рубим их. Травят, суки, поди. На. Да ты чё? На. На! Массовый замороз. На, еще раз. Из магии тут вообще сейчас никто. У меня пока заморозы хватает. Нормально так. Хватает. Так, а здесь что? А здесь что, ребята? Да ладно. Не хочу рисковать. Как я всех раскидаю, но... Угу, рычаг. Чё он, наверное? Обзреть ловушку. Не вижу никакой ловушки. Секретный проход, наверное, был какой-то. Храм, жертвоприношения, всякие. Тут плюбасу будет квест какой-нибудь. Плюбасу. Такие постройки в таких играх просто так не ставят, потому что бюджет не позволял. Да, им бы бюджет хороший, вот бы они игрушку налепили. Лепили бы замечательно, да и так хорошо. Только графика не вышла. Так. Кладезь легенд 4 уровня, но... Ну ладно, потом вернемся. Потом вернемся, все равно. Да-да. Что будет финальное нападение? Вроде нет. Угу. 70 опыта задание завершено. Стой на месте, незнакомец. Верка наша, милосердие мое. Как ты узнал наш пароль, говори. Что происходит, кто-то знакомец? Я друг Эре, он сказал, что вы сможете мне помочь. Тогда добро пожаловать, незнакомец. Что ты можешь сделать для тебя? Что мы можем? Здесь были две женщины, мне нужно знать, куда они направились. Понимаю, вы хотите, чтобы община помогла вам, а община ценная вещь после этих тоже. Да, согласимся, да, конечно. Общиной надо общаться, а в общине каждый делает что ради общего дела. Благо, и так, что вы хотите, чтобы я сделал. Внимайте в пользу вашей общины, и в следующий раз, когда святой человек
Мое задание. Давай, задание. Да, что вы хотите, чтобы я сделал для общины? There is an important ceremony coming up in the life stream. We urgently need more wood for the masks. You want me to prove myself by chopping wood? There's almost nothing in the way. Then I'll just go home. If you так, мое задание. Демоническую древесину, походу, надо. So, let's go. А потом. Ой, надо было все прочитать. Do you have ну, да, да. Ну, идти. Ладно, с вами был мистер Бром. И община общажных типов. И в следующей серии мы пойдем добывать демоническую древесину. Это будет забавно. Всем пока и хорошего настроения.